Итак, сегодня у нас хлеб, кола алказай, курица тавук, вроде шашлыка такого специфического, посыпанная чем? Что это? Чем посыпано? Ну, это разные специи, восточные разновидности. В общем, очень вкусно. Ну, поверим, да, сейчас попробуем. Будем пробовать, да. А это кабульская шаурма. Вот, и она будет разных размеров? Шаурма? Или такая? Ну, это самая маленькая, потому что я знаю, что больше мы бы не осилили. А, да. То есть, ну, в этом 2-3 размера? Да, 3 размера. А-а-а. Маленькая, средняя и большая. А, это значит маленькая. Да. Так, да это даже не корейская газета, что удивительно. Это фольга. Ну, это выглядит вот так. И что же там? Курица, видимо, морковка. Какие соусы? Что там есть? Ну, майонез, как и везде. Свой соус, только очень острый, не такой, как, не такой, как у вас. Это лаваш? Корейская морковка. Да, это лаваш, ага. Только тонкий. Ну, вот. Правильно, да. В принципе, это выглядит не так хорошо, как шаурма в Москве, но это вкуснее, чем шаурма в Москве, поверьте мне. Сейчас узнаем. А кто готовит? Турки или местные научились? Местные научились больше у индусов и пакистанцев. А, это то есть там такой. Там есть шаурма, но она совсем отличается от той, которую делают турки и которую делают арабы. Но это не лаваш. Но это тонкая лепешка. Называется нано-параки, да. То есть не тот лаваш, как. Пополам так сложно просто. Да, просто тот лаваш, который там у вас в Москве продается, здесь его никто готовить не умеет, это местный лаваш. Надо срочно завозить армян в Афганистан. Да, это круче московской шаурмы по-любому. Очень острая, нет капусты, майонеза тоже нет, там ничего такого белого. Есть майонез, но он смешан с соусом, то есть поэтому, то есть... Такой. Да. Да, майонез как бы в Афганистане не очень любят, на самом деле. Нормально? Да. А в Кандагаре? В Кандагаре свои рецепты. Сейчас еще это попробуем. Да? Нормально такой курица. Там под курицей еще кое-что есть. О, картошка фри. Картошка фри. Сейчас без нее почти никто ничего не ест. Оп. Вот. Угу. И вот. Я видел, что там какой-то жбан с маслом. Да, ну, должен был еще быть салат, но салат почему-то нет. Угу. В общем, приятного аппетита. Да, ну картошка по вкусу больше, как шашлык, потому что от него тепло. Ну да. Ну и ладно. Не такая сухая, не такая хрустящая, как наша. Скорее просто обжаренная, но да, сойдет. Ваше здоровье. Спасибо. Привет,